еще был балл штрафное за падение, то у него 121 балл. На 7 баллов он опережает Михайлова в произвольной программе, а в общей сложности тоже на 7. Потому что отрыва-то у них не было никакого. Таким образом, все остается пока на своих местах. 13-й остается 13-м, 14-й 14-м, 16-й и 17-й и так далее. Ну и в завершении этой разминки катается Владислав Сизганов из Санкт-Петербурга. Он 15-й после короткой программы.
Владислав Сизганов. Произвольную программу закончил, и как-то и он сник, и зрители немножко сникли. Чувствуется, что хотел сделать совсем не то в своей произвольной программе. Знаете, он так исполняет вращение в волчке, вот эти чиняны и прыжки в волчок, что такие интересные у него там позиции, так здорово он в них крутится, что прямо засматриваешься, честно говоря, как вот он их делает. Но с прыжками сегодня беда. Двойной аксель, двойной тулуп, снова двойной. И дальше он так расстроился здесь после этого двойного луца, что уже прям, я думал, не хочет дальше кататься. Вот вращение. Вы знаете, такая точная центровка и такая хорошая скорость. Нечасто у нас сейчас почему-то на хорошей скорости вращаются фигуристы. Но в то же время у него нет либеллы. Я не видел ни одного вращения в этой программе. Либеллы, поэтому... А, нет, вот, пардон. Пардон. Куда смотрел? Было в комбинированном вращении и положении в либеле. После каждого прыжка вот так вот закатывал глаза к небу от полного разочарования. Ну что ж, по прыжкам, по элементам на последнем месте находится Владислав. По компонентам...